Ребяточки, всем привет-привет на канале Пиратская Жизнь. Ребяточки, сегодня мы с вами варим супчик, шурпу, потому что дома нужно что-то кушать очень вкусное, да? А вот, у меня здесь варится мясо, но оно прям, знаете, оно уже прям очень хорошо проварилось, вот. И сейчас оно уже выкипело практически. Я сейчас даже добавляла специально воду, потому что там что-то, я, знаете, туда отвлеклась. И проварилось очень много, то есть выкипело очень много воды. Вот. А он мне сказал почистить, короче, лук, почистить перчик, что там, морковку, картошечку, зеленушку и так далее. Мы туда будем все кидать, все свежее, хорошее, вкусное. А вот бульончик такой у нас насыщенный, такой прям классный-классный. Мясо, кстати, я уже потыкала, уже очень мягкое, очень мягкое. Вот, сейчас быстренько почищу и будем готовить. Кстати, что у вас, какие супы? Девочки, давайте срочно мне какие-нибудь идеи, потому что вы ко мне в основном приходите за идеями, а вот я сегодня хочу обратиться к вам за идеями, потому что, честно, у меня иногда тоже прям, знаете, какой-то творческий кризис, девочки, да, творческий кризис, потому что я не знаю, так сказать, что готовить. И, знаете, зачастую, как вот украсить, что там сделать. Конечно, знаете, вот честно, каждый день вот там готовить. Я понимаю, если у нас один мукбанг в день выходил, я бы там, знаете, красоту делала, там туда-сюда. У нас же выходит два, то и три мукбанга в день. И зачастую ты просто тупо не успеваешь все это сделать, накрасить, все сделать. И, к сожалению, вот как-то так. Так что, креатив в студию, прошу в комментарии. Пошла быстренько все чистить. Какая красота у нас получилась. А здесь у нас получается все идет и на индейку, и на суп. Вот индейку помыла, вот такое бедро у меня хорошее. Ты Вовкино бедро. Так, что хотела сказать. Здесь лук, две туда, две туда. Помидорка тоже, две туда, две туда. Морковка по одной. Кинза, в общем, короче, у нас по ходу это будет индейка и суп одинаковый, только суп он разбавленный водой, а индейка она не разбавленная. И тут индейка, здесь говядина. Вот, Вовка сейчас режет пока что морковку на суп. Вот, а я хочу сейчас пока вытащить мясо, потому что мясо у меня уже готово. Оно у меня уже варится, варится. Мне осталось почистить только картошку. Вот и все. Коробочки приезжаются. В общем, на сегодня день готовки. Сразу готовим два блюда. Это и суп, и индейка. Вот. Стараемся побольше овощей, чтобы было вкусно и приятно. А суп будем делать без обжарки. Вот всякого мяса. Ох, какое мясо. Боюсь, оно у меня сейчас обвалится. Все. Слишком оно проварилось. Да-да-да. Короче, вот эта штука не поможет. Берем шумовку. Будем доставать шумовку. Потому что мясо от костей прямо отваливается. Пусть там не остается. Вот я и стараюсь. О, обалденно. Прям, знаете, какой... О, смотрите, какая красота вообще. И мой любимый мозг. Это мне. Это мне, это мне, это мозг. О, смотрите, какое мясо классное. Кость, кстати, уже добила, прям вывалились. Красота. Опа. Аккуратно. Давай. И все. Смотрите, косточка, видите, прям белая такая. Оп. Видите, она прям все отваливается. О. Сейчас выставила, чтобы оно остыло. Бульончик у меня отличнейший. Кстати, надо пошварехаться там. Надеюсь, там ничего нету. Шумочкой. Все вроде чисто. Он, видите, хороший такой бульон, чистый. Говяжий. Чисто на говяжьей косточке. Вот. Остужается. Сейчас быстренько все наготовим, наделаем. Так, это все туда, да? Ну, давай, сразу туда закинем. Пускай оно варится. Чисти ее тоже надо закинуть. Сразу? Надо варится. Картошка варится меньше, чем вот эта. Давай чистить. Давай чистить. То есть, я так понимаю, мы сразу туда все закидаем и все. Помидоры, лук. А помидоры, перец, может, чуть попозже? За 5 минут до окончания. За 5 минут до готовности. Сейчас почищу все картошку. Он вообще, кстати, хотел всю вот эту морковь и лук и все туда. Я говорю, ты что, у тебя будет это... Реально, у тебя получится индейка с говядиной, точнее, это овощи с говядиной и овощи с этой. Так, это все сразу одновременно.
и лук, и морковь. Перец только на суп? Перец, ну, в принципе, да. Крупно, кстати, смотрите, видите, как порезано. Вот так крупненько. И морковку тоже так немного. Опа. Все, так, смотрите. Все. Мне, кстати, нравятся такие супы, которые, знаете, вот они без обжарки, они легкие. Ты их кушаешь просто, вот наслаждаешься вкусом вареных овощей и вкусом мяса. Мясо, конечно, нужно прям побольше. Чем больше мяса, тем лучше. Дыры-дым, что у меня тут варится? Морковка, лучок закинут, уже варится во все. Под крышечкой. Так, что у нас тут? Картошка? Картофель порежу, тоже туда закину. А там они еще не доварились. Ничего? Что? Блин, вообще классный суп. Закину, и все, и готово. Девочки, согласна. Что выпендриваюсь по поводу супов? Если вот так вот просто все закину, и все. Но это, к сожалению, не все такие супы. Не все. Так, надо тут выбрать кости. Вовчику. Так. Сейчас выберу кости и оставлю на мясо. Надо потом их обгрызть. Сейчас нам это. Опа. Там будет это. Ну. Пенка. Я промою сейчас. Вот смотри, какое мясо. Бульон, кстати, великолепно получился. Вот, смотрите. Да, готово. Видите кость? Видите кость? Готово, мастер. Видишь, она прям высосала, досталась. Вот так она проварилась. Вон вторая тоже большая. Смотри, это как асабука получилось. Мозг, мозг мой. Знаете, мясо. Речь. Оно тут немножко с хрящиками, но будет вкусно. Великолепно. Нет, блин, тут на костях даже погрызть-то нечего. Так, оно хорошо. Хорошее мясо. Сейчас возьму. Сейчас закину. О. Мозг, 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 мозг. Высосала мозг мужу. Я могу, да? Я могу. Я такой человек. Косточек погреть. Говорю, что еще? Ну, вкусно. Я все. Че? А что, я должна солить бы? А что, там мясо уже жрешь, да? Пробуешь? Посолил, нет? Я жру. Режь целиком, там, Вова, нету никаких ни этих, ничего. Прям так режь его, ладно, все. Да потому что... Все, жестко еще? Как вкусно вообще. Это тут... Самое важное, смотрите. Блин, одна ложку. Так, берем ложку. Девочки, берем мозг. И выгрызаем его вот так вот весь. Ложку. Помочь ему. Давай. О, поперлось. Мозг. Мозг. Блин, какой вкусный. Блин, он жирный. Жирный, конечно, очень. Кстати, я вот видела, варят такие кости, а потом вот этот вот мозг, его прям, знаешь, на булочку намазывают вместо масла и едят. Это вообще считается деликатесом. Вот так вот. Вот так вот. Все, кости я все сгрызла. Ням-ням-ням. Ну, они хорошо, кстати, вывалились, реально прям очень хорошо вывалились. Прям ничего не осталось. Все сразу помыть надо. Что, картошку закидывать, да? Да.
Сейчас Вован еще начнет специями добивать это все дело. Вкус. А мне кажется, вообще на самом деле лучше бы было, если бы мы немножко обжарили бы овощи. Чисто вот до золотистой курочки. Хотя, конечно, лишнее масло и жир тоже нафиг надо. А здесь сейчас суп будет прям очень такой диетичный. Шурпа — это считается кавказское блюдо. Да? Вот так. Вот, варит вот эти вот так вот. С картошечкой, с овощами. Ай, класс. Так, сейчас, в общем, промою картошку и запускаю туда ее. Это блюдо, девочки, готовят из баранины. Но если баранины нету, я думаю, хорошая говядинка тоже будет очень в тему. Вот так вот. Ох, мы тут все спорили. Кавказское блюдо или узбекское. Я не знаю, какое. Сейчас не могу утверждать. Лаврушку и горошек туда кидаю? Да. Смотрите, как у нас все хорошо будет вариться. Ну, обычный. Душистый. Душистый лучше? Да. У нас есть он? Есть. Все вообще есть он? Есть. А если нету? Тогда обычный. Ну, ладно. Шестый только. Не больно много. А что? Прежде. Так, и сюда, кстати, помидор тоже. Соль, перец. Соль, перец, давай ты сам. А то будешь потом мне говорить, что я пересолила, переперчила. Лаврушку. Как говорится, опускай, эта кара будет на тебя. Не, главное, мне кажется, хороший бульон, чтобы был. Такой, знаете, насыщенный. И тогда получится хороший суп. А если будет не очень насыщенный, то будет не очень хороший суп. Горошек. Базилик. Нет, просто горошек. Не знаю, есть ли у нас вообще этот твой душистый перец. Не знаю. А вот он душистый. Душистый. А сколько? 5. Вот у нас такой прям пряный суп. Давай, накидывай. Мясо. И картофан. Сейчас. Картошку я закину. Так, это вот что такое? Приправы итальянские. Зиру давай. Зиру? Зиру. Не дам. Зиру сказал. Не надо. Не мучай. Походу, Вован хочет один есть этот суп. Поэтому он требует с меня зиру. Вот, смотрите, сколько мяса получилось. Целая тарелка. Классное мяско. Попробуем. Мясо хорошо. Дай бахну. Опа. А ты говоришь, что это? Вон, целая уже кастрюля. Это перец и... И все. Мясо прям великолепное. Пока помою. Прям, знаете, будет супер-пупер блюдо. Вот, Вовка тут тогда добывает перец. Сали. Вон ножки мешают. Так, добавляй. Видите, девочки, Бока готовит сам. Мне их стоит побольше. Такую кастрюлю минимум полторы ложки. Посуду. Ступай пока. На, у тебя большую ложку. Мяшай. Девочки, кто хочет особо не напрягаться, готовьте шурпу. Так быстро и вкусно.
Давай сделаем доставку. Вот так вот, ловкость рук и никакого мошенства. Видите, готовим с Вованом быстро и вкусно. И полезно. В общем, видите, без дополнительной обжарки, без всего. Индейка. Вот вы говорите, мы много жрем. Да, мы много жрем, но мы стараемся готовить сами полезную вкусную еду. Без каких-то там, знаете, особых там жирных вещей. Вот что вот здесь жирно? Говядина. Дальше индейка. По-моему, все полезно и вкусно. Видите, как-то все. Так что вот. Правильно, нужно было бы снять кожу. С кого? Ой, господи, блин, началось. Снять с нее кожу, там туды-сюды, сделать филе. Да? По-правильному. Так, индейку пока убираем. Лук, вот, фу, соль. Лук, соль. Индейка, лук, соль. Все смешалось. Хотел пойти помыть, потом думаю, блин, я сейчас помоюсь, и опять буду, знаете, потная, как лошадь, как кобыла. Я думаю, сейчас вот лучше сначала все сварим, приготовим, а потом уже пойду спокойно помоюсь. Перед ужином. Чтобы быть красивой. Мне Вовка еще очень укол должен сделать. Это что было? Чего было? Где? Кто? Что ты там пьешь, хлебаешь? Я? Да. Слушай, как хорошо, что это только для нас. Все. Девочки, вы этого не видели. Угу. Фу, фу. Так, это на индейку помельче. Нет. Короче, давай извините. Видите, у меня какой помощник. Я почистила. Здесь вот стою, руководю. Держу руку на пульсе. А он что делает? Все, девочки, финальный штрих. Помидорка и перец. Вот за 5 минут до конца я уже попробовала. Морковка мягкая, картошечка мягкая. И сейчас сюда отправляем помидорку и перец. Суп у нас очень насыщен овощами. А вам говорил, что мало. Чего не мало? Вот прям очень много-много-много вкусных овощей. Чтобы красивым быть вообще. Вот, смотри, какой суп. О, аж ложка стоит почти. Ну, сейчас помидорка варится, перчик тоже. Туда сейчас еще вам пойдет кинза. Вот, будет хороший супчик. Я в конце. Да. Знаешь, Вов, мне кажется, если еще чуть-чуть что-нибудь добавить, то здесь уже будет откровенно гуляшка. Смотри. Ну, кстати, мясо, вон, видишь, смотри, сколько. Хорошо. Ну, зато суп, вот, ничего больше что ни макароны, ни рис, ничего не добавляет. Чисто овощи. И все. Так вот. Макароны, рис. Все. Че, кинзу чуть попозже, да? Сейчас еще поварится. Минут 5. И все. Короче, смотрите. Вот, добавила уже кинзу. Суп почти готов. Не только мужчины, но и такая красота. Сестра Ивана Ксения, Шуксанка Академия МЧС. Служебные обязанности не позволяют регулярно встречаться всем вместе. Очень вкусно будет. Запах потрясающий. Вот. Сейчас закроем крышечку, еще минутку, и все, настаивается. Вот здесь кинза и петрушка немножко. Поэтому они особенно так ценят красота. Редкие дни, когда могут собраться красота. Всей семьей. Все, наш супчик почти готов. Сейчас Иван все, осталось сейчас индейку потушить. А вот здесь вот потушим, и будет все готово. Вовка уже это сейчас дорезает. Вот, овощи все порезаны. Смотри, Галина, человек и закон. Передачу про настоящих мужчин, которые служили в армии и которые сейчас нас защищают. Молодцы парни. Вовка у меня тоже молодец, я прям горжусь им, то, что у меня служил в армии. Мне кажется, если бы у меня муж не служил в армии, я бы, наверное, не вышла из такого мужа замуж. Вот так. А так, нормальный мужик. А не какие-нибудь там. Не понимаю я тех, кто не служил. Я вот за то, что кто-то служил. Себе выбрал такого, который мне нравится. Ну, а вы выбираете того, кого вам нравится. Финальный штрих. Делаем индейку. Фок порезал, молодец. У нас, знаете, разграничение обязанностей. Я чищу, он режет. Готовим вместе. Брызгаем. Прошу. Поменьше.
искать, снижать. Вон, на коне, смотри. Да, да, да. Мужик, на коне. Подъезде. Принц, на коне. Только клячка какая-то, облеглая. Он облеглый. О, а почему ты ко мне не на коне пришел? Да, за конь вон там стоит. Только мы с конем по полю идем. Света кофе. Только мы с конем по полю идем. Ты не идешь, ты водитель не умеешь. Света конь. Конь цвета кофе. Конь у меня, это машина. Там 123 коня. Короче, на тебе. Помидора. Побой. На тебе. Морковка. На тебе. Люк. Люк. Я твой сын, я твой люк. На тебе петрушки, соль, перец. Что там еще? Петрушки. Все, больше ничего надо. Короче. Кореющий. Суп мой, который я... Корей, вот там еще. Ищи там. Так, суп я выключаю. Он готов. Суп мой готов. А вот это пускай Бог сам готовит. Короче, пойду я, девочки. Пускай он занимается. Потом попробуем с вами то, что получилось. Да? И все. Все, люблю, всех целую, всем хорошее настроение. Ну, тут гуляш и гуляш, из индейки просто, и все. Увидеть следующий выпуск. Не болейте, не скучайте. Готовьте с нами, готовьте лучше нас. Вот такую шурку будем завтра пробовать. Индейку будем сегодня на ужин. Нам увидеть с вами в следующих выпусках. Пойду помоюсь, наконец. И приведу себя в порядок. Ну, а вот все готовить. А я потом проинспектирую. Все, увидеть следующий выпуск. Пока-пока.